Интернет-канал Тойруша и компания Тойру представляют. Игра в четыре руки. Маша, привет! Смотри, что привет. Я тебе принес. Ой, а что это? Это настоящий, динозавр. Ты знаешь, почему он настоящий? Он не настоящий. Настоящий, потому что все настоящие динозавры голубые. И все настоящие динозавры с оранжевым хохолком. Это не динозавр, тут написано, это юниор мегазаур. Ну, мегазаур. Да, это значит юный такое. Мегазавр. Мегазавр – это такая порода динозавров, их много разных было динозавров. Вот это мегазавр. 3+, как раз для моего возраста. Да, 3+, отлично. Знаешь, что самое хорошее в этом мегазавре? Так. То, что вот тебе иногда бывает скучно, да, одной. Сидишь одна такая и грустишь, и поговорить не с кем. А вот этот мегазавр, эта игрушка, она, между прочим, и может с тобой и поговорить, и еще издать разные звуки. Например, она может изобразить, что она топает, ходит, или что она рычит, или что она кушает. Вот ты нажмешь на кнопочку, да, и он издаст такие звуки. Давай откроем и посмотрим. Интерактивный динозаврик, обучающая игрушка, которая знакомит детей с миром животных. С каким миром животных? С миром вымерших животных, животных. Когда-то ну, были такие динозавры. А как она? Давай открываем. Давай открываем и смотрим. Это очень-очень полезная игрушка. Маша, я тебе скажу, что это вот самое лучшее вообще, что есть сейчас. Потому что она развивает сразу воображение. Как тут упаковывают? Ты не умеешь. О, все. Получилось. Великая сила моя. Искусство. Угу. Да, давай я тут еще освободим ноги. Подожди, может быть там снизу как-то это нужно аккуратно сделать? Он прикован, он сейчас освободится и тут же пойдет. Пойдет, зарычит, запоет. Сейчас мы все узнаем. Сейчас мы с тобой все это увидим и узнаем. Звуки шагов. Вот, так, можно? Вот. Это же там. Это мы убираем. Убираем совсем. Так. Ой, ты какой симпотненький, такой голубенький. Да. Ой, это от чего? Это ты, наверное, нажала вот на эту кнопку. Это он так топает, смотри, он топает такой. Он пришел к тебе такой каменный гость. Вот. А потом он начал рычать. Это где ты нажал? Вот на спинку. Он попробуй сам. На спине. Осторожнее, держи за хвостик. Это он дышит. Это он спит. Нет, это он спит. Это он рычит. Он же мальчик. Он же по-разному. Хоть и юный мегазавр. Он по-разному. Послушай. Да. А это все зависит от того, кого он видит перед собой. Если девочку, то он вот так рычит. А если мальчик, то... Да, нет, ну я не боюсь. На самом деле у него еще и лапки двигаются, посмотри. Очень-очень хорошая, очень качественная голубая пластмасса. Да. Топает. Вот. А если вот смотри... Он топает. Где он топает? Вот на ножку. На ножку он топает сейчас. Вот. Вот. Нравится тебе такая игрушка? Не, я пока еще не поняла. Да. А что он еще такого еще он прикольненького умеет, делает? Он умеет кушать. Смотри. Это что? Это мням-мням, это типа? Он кушает персики, да. Вот я когда... Сереж, ты тоже такие звуки издаешь, когда кушаешь персики? Я хотел сказать, что я как-то наблюдал за тем, как ты кушаешь персики, и мне вот как раз показалось... То есть я так кушаю персики? Знакомым. Не кушаю, кстати, а ем. Кушают кушанье специально приготовленное, а едят простую еду. Персики да. – это простая еда. Да? Ее едят. Я понял, хорошо. Едят. Да, все, ты неправильно говоришь. Да. Значит, ешь. Я так не ем. Не я ешь? Ем. Вообще не слышно. А вот это самая это главная что? Кнопка. А вот теперь смотри. Если ты на эту кнопку нажмешь и что-то скажешь, то он это тебе повтори. Раз, два, три. Раз, два, три. А? Вот какой чудо. Ты кто? Ты кто? Я девочка. Я девочка. Нет, ты мальчик. Ты мальчик. Ты
глупый, ты же мальчик. Глупый, ты же мальчик. Это ты, мальчик. Ты, мальчик. Нет, это ты, мальчик. Ты, мальчик. Я красивая девочка, а ты мальчик. Я красивая девочка, а ты мальчик. Ну, в общем, вот он да. Он ничего не соображает. Он очень умный, он очень правильно тебе отвечает. Ну, он же какой-то мирозавр, да. Как он... Мегазавр. Мегазавр. Это мегазавр. Мегазавр. Из мезозойской эры. Смотри, какой симпатичный. Он еще не успел оформиться он мозгом. Он маленький, он развивает еще, кроме воображения, слух. Ты начинаешь лучше слышать, когда прислушиваешься, что он тебе говорит. Ты лучше мне скажи, где ты взял такое вот... Чудо доисторическое. Это динозавр. И продается он в магазине Toy.ru. Только там можно приобрести таких замечательных голубых динозавриков, которые умеют еще и разговаривать. Он не динозаврик, он мегазавр. Мегазавр – это порода динозавров, еще раз говорю. Он топает, видишь? Давай, еще включи. Еще включи. Потом рычит такой. И лапкой машет. Да, а потом кушает. Он кушает мою руку. Да он меня поймал. Он не укусит, не бойся. Он маленький. Добрый. Нет, он добрый. Ты это добрый. Он... Да. Мегазаврик. Хорошенький. На. Теперь у меня есть такой идеальный друг. И идеальный собеседник. Он... Просто будет повторять то, что я ему говорю, и не лезть ко мне с тем, что я, например, слышать не хочу. Нет, теперь ты мой.